Пару месяцев назад я выкладывала видео и рассказывала о своих гранатах, хурме. И вот сейчас хочу заснять новое видео о том, как они за 2 месяца уже подросли. Вот это один сеянец граната. Вот второй сеянец. Уже немножко одеревенели, стволики толстые. Гранаты чувствуют себя прекрасно. Это та хурмушка. Рост набрала хороший. Уже мне по пояс. То есть ориентировочно где-то 1,20 м она ростом. Вот такая красота. Смотрите, с ладошку лист. Чувствует себя прекрасно, не болеет. Вот еще высаживала авокадо. Косточку посадила прям в землю. И вот с весны вот такая уже, такой авокадо уже выросла. А здесь садила была косточки, косточки. А что я садила? Что-то вылезло у меня. Так, нужно будет посмотреть позже. Что же здесь у меня растет? Потому что, если честно, я даже не помню. Ну, рядочек чего-то вылазит. Так, вот еще что-то растет. Это точно не цветочки. Посмотрим. Также не помню, садила или нет, но у меня проросло здесь еще 2 хурмы. Вот одна. Вот маленькая вторая. Цитрусы тоже на улице растут. Это сеянец помелы. Это лимон или мандарин. Если честно, даже не помню. То есть вот так. Вот посмотрите, какой у меня инжир. Завязывает вот до сих пор новые ягоды. Здесь уже вот такие размером. И тоже продолжает завязывать. Здесь ветка. Такой куст под 2 метра высотой. Прекрасно себя чувствует. Растет. А это вот тоже пару месяцев назад снимала вергинка. Насколько она у нас подросла. Такое разложистое, красивое деревце. Так. Идем дальше. Вот здесь был тоже маленький-маленький саженец инжира. Вот он уже насколько подрос, уже почти по колено. Среди розочек чувствует себя прекрасно. Это вот тоже саженцы, которые садились 1 апреля 2021 года. И вот они успели подрасти и даже завязали плоды. Посмотрим, насколько будет соответствовать сорт, который был посажен. Вот плодики завязывают. Это тоже думала, ничего не будет. 1 апреля посажен был кустик. Стоял-стоял. А затем порадовал меня тоже. Завязал первый плодик. Ну, смотрю, появляются еще. Поэтому садите экзоты. Это интересно. Растут они у нас без проблем. Сама нахожусь в Днепропетровской области. Вот смотрите, азимина. Ой, азимина, актинидия.
Эту актинидию я посадила, было тоже 1 апреля. Никак руки не дойдут привести ее в порядок, но она выросла очень сильно. Жималась. Молоденькие.